Сегодня 21 декабря. 25-го мы с Йоликом должны лететь в Эстонию, а оттуда ехать на автобусе в Россию. Сегодня утром мне Йолик сказал о том, что его паспорт, оказывается, мы думали, через 6 месяцев заканчивается, а оказалось, что через 5, потому что наш друг правильно посчитал и написал ему вечером вчера о том, что там, оказывается, через 5 месяцев он закончится. А это значит, что на границе его точно не пустят, потому что паспорт должен быть минимально заканчиваться через 6 месяцев. Йолик пытался, на всякий случай, все равно он пытался еще недели две назад звонить в израильское посольство, чтобы ему сделали паспорт, потому что это делается быстро. Но ему сказали, что там загруженность большая, и мы вам напишите нам, типа, причину, там, почему, для чего вам нужен паспорт на mail, мы вам ответим в течение 2 недель. Скоро заканчивается вот эта вторая неделя, как он написал. Никто ничего не ответил. Так что у него осталось сегодняшний день, завтра и понедельник, утро, для того, чтобы сделать паспорт. Приехали к израильскому посольству. Йолику удалось до них дозвониться. Он сказал им, что ему нужен срочно паспорт. И они сказали, что раз вам нужен срочно, то мы вам его сделаем. Так что сейчас Йолик пошел в посольство. Наверное, за 30 ему это все сделают. А мы пока с Амлетиком его ждем. Как вам вообще атмосфера рождественская? Прям вот Рождество на каждом шагу. Как я и говорила, у нас не бывает снега в Рождество. Было только в начале декабря, все теперь растаяло, ходим в весеннем настроении. Еще и ветер поднялся. Короче, поэтому я еду в Россию, чтобы почувствовать Рождество. Вы не поверите, но пошел снег. Но у нас плюс, поэтому он тут же растает. Ну, хоть какое-то настроение. Бежит! Бежит! Кай. А еще я взял список документов, которые нужно сделать, чтобы зарегистрировать себя как мою жену, чтобы наш бейбик мог получить израильский паспорт. Кайф. В аэропорту, это значит, что у Ярика есть паспорт. Ждем самолет в Ригу, из Риги летим в Эстонию, в Таллин, а оттуда еще автобус ночной до Питера. Прилетели в Ригу, все хорошо. Очень приятно в Рождество ездить, потому что все желают, говорят, Merry Christmas, и так сразу хорошо на душе. Сейчас найдем что-нибудь, перекусим и поедем в Эстонию. На обед у нас сэндвич с курицей и кока-колка. То, что у меня купленный багаж, у меня бесплатно можно было выбрать место. У него нет багажа. И он как бы рандомно попал рядышком. Тут никого не было, так что теперь рядом со мной такой мужчина сидит. Смотри, какая подсветочка у нас тут. Романтика. Романтика, да. А у нас тут появился
нас еще одна личность. Чемодане. В чемодане. Я привезла Наташе куртку, которую она купила еще когда была у нас, но не успела прийти. Куртка. Вот. Стоит, примеряет. Мы на вокзале. И голосуйте. У меня двойной хот-дог. Куртка норм, не норм. Да, куртка норм. Не норм, а нам норм. Мне кажется, короткова. Ну, ладно, сойдем. А, ну, да, ты руки так делай. Да. Ну, все, да. У вас есть тут барахолка? Юрик пьет имбирный чаек. У меня мятный для успокоения нервов. Ждем автобус. Не сразу просил. Подожди, а ты такая? Я решил вас ждать в гости. Привет. Здорово. Сюрприз. А то я думал, что вы весь голос орете. Под конец дня решили покататься на ватрушках. Я купила себе вот такой вот шерстяной чепчик. Теперь убираю себя, как будто лысая. Надо просто волосы немножко вытащить, чтобы было красиво. Встали в 8:30, чтобы нет, не 8:30, 9, чтобы поехать всем вместе на завтрак в наш любимый кофейн Завари. Оцениваем лук папы. Посмотрите. Личный стилист у него, видите, какой он? Что? Красивый. Рассказывай, в чем одет. Царь. Он мучит со своим стилистом. Говорю, мучит со своим стилистом. А у мамы уги самые модные. Капучино на овсян. У папы flat white. У Ёлика круассан с лососем. Это ж не все. У мамы омлет с лососем. Он постоянно про меня там говорит. Рис торнадо. Отсюда сразу убирает омлет, потому что ей нравится только рис. И у Никиты рис торнадо. Приятного аппетита. Я там.
Красота. Пошел за дровами. А то костер уже тухнет. Пришли домой, валяемся. Привет. Мы встали в 12. Ну, по местному времени. У нас это будет 10. Нас папа разбудил, потому что мы договаривались ехать на завтрак снова. И мы такие, сейчас за 10 минут соберемся. Вот стоим, ждем. Сейчас пойдем завтракать. Нормального размера капучино, пожалуйста. Дай сюда. Свое ведерко. С моей ручкой. Вот эта мысль, Миша, которую ты говорила, она может прийти на речкам, дают большие доски. На большие доски ты сможешь как-то удержаться, ну и навстать на них. Но на них сложно грести, потому что тебя волна сбивает. И пока ты туда догребешь, ты уже просто... Два-три раза все устал. Для них это какое-то напряжение, как будто они не растянуты. Да, она тоже про это говорила, что она растягивает. Сейчас с мамой поедем на Wildberries, ну, забрать заказики, что мы будем на Новый год играть с ребятами в Тайного Санту. И у нас были подарки только для семьи, поэтому что-то взяли для Тайного Санты и, понятное дело, для себя что-то. Мне нравится, что тут, по сути, там вещи, много вещей, которые с Алиэкспресса, скорее всего. И я дома у себя заказываю с Алиэкспресса, мне ничего не приходит. А здесь это приходит за 2 дня, потому что оно уже как бы здесь, уже пришедшее. И просто пользуюсь, по сути, тем, чем в Праге, просто чуть-чуть быстрее получается. Вообще, как обычно, у нас первые дни максимально тюленские. Мы с Йоликом вчера больше половины дня просто валялись дома, ничего не делали. Сегодня планируем то же самое делать. Завтра приедет моя сестра с ее мужем, и тогда уже начнем куда-то ездить, что-то делать. Жизнь, в общем, начнется. А сейчас у нас такой отходняк от рабочих дней. Я прям очень устала за последний месяц, поэтому это отличное время. Уже последний день. Йолик обычно сделал нам огонь. Папа решил, что он болеет, не пришел на работу. Я монтирую влог. Такой вот будет день у нас. Так, мы стоим на выезде из ленты. Вот этот человек хочет въехать. Мы все стояли правильно. Ну, как бы правильно. Потом вот эти приперлись, и вот этот не может въехать. И мы не знаем, как это решиться. Мы наблюдаем. Вот там светофор, и тут стоят еще люди, которые туда должны поехать. Мама пошла, походу, разбираться. Людям не проехать. Давайте вот этот ряд назад. Я подарю маме тухлые яйца. Положение сдвинулось. Вышел какой-то мужчина и всех подвинул. Надя, стой. Осторожно. Здесь прям очень страшно было сейчас. Мы едем забирать мою сестру с ее мужем. Малыша Луна и Койра.
Вообще, это скорее молочный лун, черный какой-то просто. Дима, что вообще не ест? Очень вкусно. А Тиля могут дожирак есть. У Матильды получается такой японский или корейский рамен. Туда они говядину добавляют. Как обычно, я ничего не рассказываю, когда я здесь. Вчера мы снова сидели дома, приготовили стейки поздно ночью. Потому что я болела. Да, Матильда у нас выздоравливает. Я выздоровела. Уже выздоровела. Просто чуть-чуть еще голова болит. Ну, вот так что. Это что, мир? Потому что я целыми днями лежала вот так. В одном положении. Да, лично еще голова не смылась. Сегодня мы идем в театр Лицедеи на представление какое-то смешное. Так что сегодня мы первый раз выберемся вот так вот всей семьей в город. Как четко, красиво. Ладно, начинаем. Мне много не надо. Обзор на лук. Шерстяной чепчик. Новые типа уги, но тоже с шерстью. Мое дешевое пальто из бежки. Идем в театр. Мы идем в театр. Да. Ну там. Ну это какое-то шоу смешное. Клоунское представление. Да. Мне кажется, я. Если честно, была, но в детстве. Будем плакать и бояться. Будем бояться клоунов сидеть. Называется Лицедеи, если кто-то из нас знает. Да, Лицедеи. А ножки реально. Мне кажется, Матильда первая комната. Такие колено. Можно заводить, можно ужасно. Что-то какой-то он кривой. Ёлик безбилетный, он решил нас сейчас ждать в местном кафе. Программирует. После неудавшегося спектакля. А у меня все получилось. Будем заедать. Да, было весело. Все кроме Дед Мороза. Дед Мороз вообще не в тему. Самый лучший, самый хороший кокосовый суп. Семья знает толк. Кто должен говорить? А, у всех правила одинаковые.
Можно танцевать только с руками над головой. Танцевать только лицом. Угадываем. Нет музыки у кого-то. Вы все выиграли. Я так и думала. Все были. То есть они. Ну скажи, что мы делаем? Сегодня последний день 2023 года. Скажите, счастливы ли вы? Магазин забежал. О. Француз? Уи. Уи. Я порву себе мелок. Мы собрались на горку. Точнее, мы пойдем в лес кататься на ватрушках. Вот мы и дождались. Все сели, едем на горке. You better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list. Checking it twice, gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. Oh, you better watch out. Better not cry, better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Все очень сильно готовятся к Новому году в историях, а мы, у нас почти все спят. Да, я тоже спала. Мы пару салатиков сделали, курочку, и все. Ну, чуть-чуть, вот, чуть-чуть Нового года мне на глазки. 12 отбой. Стол накрыт, пожалуйста. Еще курочка в духовке. У нас тут фотозона образовалась, пожалуйста, с закатами. Налепили гирлянду. Новый год, пожалуйста. Почему? Почему бы и да? Кому? Давайте кому? Кто хочет подарок? Я хочу подарок.
Ну тогда выше. Выше. Я думаю, откроем. Порка. Нормально. Вау. Здесь рыба в Казахстане. Что, еще там икра? Будет Сима. О, спасибо. Ого, это... Вот это да. Сейчас Соня сфотографирует и покажет. Миш, держи. Что это за вода? Такая симпатичная душевая, прихожая. Не менее симпатичный мужчина. И женщина такая вот. Тут, вот этот диванчик вообще мне очень нравится. Мы тут будем ночевать одну ночь. Вот мы и в Риге, в нашей последней остановке перед домом. Потому что у нас была большая пересадка. У нас есть большая пересадка. Ночная. Поэтому мы взяли отель в Риге. Мы поспим спокойно, позавтракаем. И утром поедем в аэропорт, чтобы полететь в Прагу. Вот. И под конец этого видео хотелось мне. Я чувствую, что я должен дать какое-то объяснение, что мы делали, почему мы делали. Не знаю, кто-то знает, кто-то нет, но с начала войны, из-за того, что мне все это было очень неприятно, я принял решение, что я не буду ездить в Россию. И прошло практически почти 2 года. И в этот раз Соня решила опять в очередной раз поехать навестить свою семью. И я понял, что я не хочу терпеть больше какого-то лишения, потому что я понимаю, что из-за войны все терпят лишения. Я в меньшей мере, ребята в Украине в большей мере, ребята, которых отправляют против их воли воевать, тоже терпят лишения. И я не хочу, чтобы так продолжалось, я не хочу, чтобы моя семья, ее семья от этого как-то страдала, потому что мы не видимся, это неприятно, мы хотим проводить время вместе. И в этот раз я решил, что я наплюю и просто поеду, проведу время с семьей. Меня никто об этом не просил, Соня купила билеты за 2 недели до меня, я потом просто спонтанно решил присоединиться. Ни я, ни семья Сони, ни наши друзья, с которыми время проводили, не выбирали это правительство. Они не хотят, чтобы была эта война. И я не вижу причин, почему мы не можем видеться. Их сюда не пускают. Им очень трудно сюда приехать. Либо это очень дорого, очень сложно из-за виз. И, короче, оправдываться вообще не имеет смысла, и мы не хотим оправдываться. Просто хотел сказать свои мысли, что семья — это семья. Я считаю, что они тоже заложники этого режима, который он там есть. И с этим я не знаю, что делать. Кто-то говорит, вы хотите протестовать, но я не знаю. Имеет это смысл. Хотите в тюрьму, идите протестуйте. Да, не знаю, отколотят вас и пойдете сидеть. Мне очень жалко, мне было очень противно все это время от того факта, что я осознал, что я нахожусь в России, пока как раз проходили вот эти ужасные события, которые были в конце года и начало года в Украине, вот эти бомбежки, которые были. Молимся, чтобы все это закончилось побыстрее, и чтобы каким-то образом, не знаю каким, мы вернулись к тому, как жили раньше. Хочу, чтобы все было хорошо, да. С Новым годом! С новым счастьем! Спасибо за просмотр этого никому не нужного, наверное, монолога. Это разговор, наверное, мой с одной подписчицей и с моей совестью. Поэтому
Новым годом и спокойной ночи.